Доброе утро. Сейчас уже 8 с лишним, сейчас 16 число. Иду к стоматологу. Я лечу один зуб просто все лето. И сегодня точно не последний визит. Короче, мне моя личная менеджер скинула вопросы для зачетов. У меня премка, и у меня есть возможность на много всяких фич, и в том числе зачеты по всему летнему курсу. Неважно, сколько у меня долгов по вебинарам. Короче, она мне скинула вопросы по каждому предмету, вот типа файлики, и в каждом файлике, где вот общество, есть уровни, типа базовые вопросы, средние вопросы и сложные. Я не хухры-мухры, я хочу еще отвечать на сложные, но мне их надо все разобрать. Я разобрала вчера вечером только, я час разбирала базовые вопросы по обществу. И наша с вами задача в чем? Наша с вами задача в том, чтобы мы с вами посмотрели на фотографии. Вдруг вы могли не воспользоваться. Sweating, you're sweating. Что с вами происходит? С вами бывают паттерны поведения и также есть паттерны сна. Sleep patterns – это наш с вами режим сна, то есть во сколько мы с вами просыпаем. Скажи, что я живодер. А ты постреляешь в меня, чтобы я побегала? А зачем ты так делаешь? Я пока укрылась. Господи, ёбку мать. Да, изыди ты с тебя. Так, друзья, тусовка. Это с первого раза в жизни будем пробовать бамбл. Все хорошо. Так, ну и финальный вопрос по ударениям. Ни одну такую цацу не потревожит. Они вернулись, Ирин. Да, там какие-то дрифтеры, не русские, походу. Я слышу, хочу. Ты вовремя на... Эстетика. Что там? Точно хочешь домой? Я думаю, что я не вернусь. Эстетично. Слышишь, слышишь прям? Да, вообще. Полетай. От первого лица чисто. Прям так? Лови меня, чтобы я в дерево не влетел обратно. Давай я лучше... Не-не, подожди, это от первого лица, от первого лица. Ой, нормально снял? Нет, я просто... Дерево.
что, сегодня 26 августа, и мы продолжаем наше прекрасное шоу по приведению барана в Slay Fair. Сегодня мы будем делать ноготочки. Вот эти я делала до поездки в Сочи, и я думаю, видно, что они уже просто в состоянии «помогите». Вот моя длина. Да ёп. Рина, у тебя есть привозы? Я вышу через... Бац! Вот. Я думаю, ты красиво посыпаешь. Хорошо, сейчас посыпаю. Сойдет. Didn't. Теперь кое-как по-другому. It's really hard to even think about autumn is there already. I need to work on my deadlines. Like, here is my exams preparing schedule, and this is the summer course. And to be honest, I'm so excited. I'm not scared at all. I don't know, is that good or not? I think that's better to be not scared, because yeah, I know myself, I'm gonna work if I need to, and actually I'm so excited about the exams because I love exams, I love preparing. Like, my life does not depend on exams and on my results. Like, that's just as a game for me. Today I'm gonna study, do a bunch of stuff, and yeah, gonna be a productive day. Я думаю, что я начну с математики, потому что у меня два вебинара. Us teachers usually using color to dress. Сейчас будем решать математикс. Боже. Спасибо, Бог. Спасибо за то, что на этой планете ты создал зерна кофеина. Зерна кофе. Кофе, за то, что ты создал кофе. И мозг человека, чтобы придумал ладу. На дену на ноги. Уги, мы танцуем. Уги, уги. Я все равно села. Я видно? Видно, нет? Ага. Привет. Думаю, нас не догонят, нас не догонят. Да, всем пока. Дамы и господа, мальчики и девочки, всем привет всех. Есть это? Вот. И круто, что мы с вами учим. Итак, дорогие мои друзья, сейчас без 10:05 31 августа я официально говорю, что я закрыла все свои долги. Мои домашки, все вебинары, все просмотрено, все сделано за летнюю подготовку. И теперь только остается ждать сентябрь. Черный кофе. Вечер 31 августа.
На самом деле, не знаю, у меня нету и не было, мне кажется, никогда этого чувства, что, блин, закончилось лето, потому что я и осень очень сильно люблю, и лето люблю. У меня огромное желание войти в этот новый этап жизни, потому что, мне кажется, с этого момента очень много что меняется. В общем, этот новый этап жизни вместе со мной будет сопутствовать мой новый друг. Мой новый планер. Вот этому планеру уже год, то есть я с ним живу год, я год его веду. Этот листик со финансами, он закончился. И я думаю, что я буду вести точно такой же, потому что я вот его начала вести, как только я начала работать. Это очень удобно, это в целом держит меня в курсе того, что я и как. Утро 1 сентября, начинается другая жизнь. Итак, я повторила тему про форму государства, а именно про форму правления. Какие будем? Почек. Я яйцо. Я Нагиев. Чин-чин. Она ничего не пьет. Я почти сняла граффити, которое там было младше. Ты посмотри на нее. Ты что, ты не ловись так легко? Да я не ловлюсь так легко. Я в камеру смотрю. Ну, Миш. Ну, Миш. Надо ремонт подписать. Концовку надо чистить.